Это ведь я. Ну, новый пассажир. О боже. Да. Не боже. Это полет. Это полет, да. Это полет. Димов! Димов! Забыл рюкзак. Твой рюкзак лежит вот там. Виктор решил, чтобы ты пешком шел с парапланом без рюкзака. Если я эту штуку уроню, то она не упадет, она да? Денется, да? Но видео будет испорчено. Виктор, ты нормальный человек? Все нормально в голове? Да, да. А как это так получается? Виктор просто переживает, что на гондолу не успеет, наверное. Да плевать, что он переживает. Мало ли, о чем я переживаю. Ну, я да. Об этом не говорю. Заработать такое. Переживай. Смотри, куда бежим. Куда? Вот такое направление. Ага. Подожди, а? Сначала я левую. Ага. Дим, после тебя. СМС-ка работает. Виктор, не мешай только, чтобы он стропой не зацепил тебя. Если ты потянешь, то потяни, либо пошел оттуда. Сюда хуже сделай. Чего там не было? Потянул! Вот сейчас. Еще пару шагов села. Поняла, да? Да. Тяни, 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 ты села.